Сформировать командный дух и поделиться опытом работы. 100 педагогов начального образования из разных городов Приволжского федерального округа приехали в Самару на форум «Орлята России». Федеральный проект по развитию патриотического воспитания и социализации младших школьников реализуется в стране с 2021 года. Программа «Орлята России» – это программа социальной активности, где на протяжении с 1 по 4 класс формируются коллективы, детские коллективы, когда дети понимают, что мы единое целое, и друг за друга – это самое важное. Как организовать работу с детьми в рамках программы «Орлята России» в игровой форме рассказали приехавшим педагогам в 68-й школе Самары. 100 человек разделили на 10 команд, каждая из которых прошла станции, соответствующие направлениям работы «Орлят России». Орленок-эрудит, орленок-спортсмен, орленок-доброволец, орленок-лидер, орленок-эколог, орленок-хранитель истории страны и семьи. Мне понравился очень трек «Лидер». Интересные такие замотивированные упражнения, игры очень, на сплочение команды, на выявление лидерских качеств. Здорово. На каждом треке педагоги выполняли творческие задания, общались и даже пробовали сдавать нормы ГТО. На станции «Орленок. Хранитель истории» участники программы вырезали домики, на которых нарисовали что-то важное для своей семьи. Затем все дома объединили на общей карте России. Практически нам работы все нам показали емко, быстро, красиво. Нам очень все понравилось, мы прям под впечатлением. Именно практическая часть была очень хорошая. Ну а по поводу школы хочу сказать, от начала крыльца и до завершения работы это просто отличная работа, очень сплоченный коллектив. Завершилась встреча исполнением песни, которая объединяет «Орлят России». Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.